Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Кто помнит сюжет, который я снимал несколько месяцев назад, про девушку Яну, которую вместе с мужем выиграла грин-карту, с семьей приехали с Крыма, которая занимается выпечкой. Сразу после этого сюжета Яне предложили очень неплохое место в казино, в отделе, который занимается обслуживанием буфета при казино, где занимается как раз выпечкой и вот тем, что ей как раз нравится заниматься. И по моей просьбе очень долго эту просьбу озвучивал. Яна специально приготовила мне хлебную жабу. Вот такая вот замечательная хлебная жаба. К сожалению, я слишком поздно сегодня приехал. Вот Олег мне, это муж Яны, передал эту жабу. А интервью с Яной я чуть попозже запишу. Вот. А сейчас я ее буду пробовать. Сейчас еще дети подойдут. И мы все вместе эту жабу. Даже жалко вот такое произведение искусства разрушать. Но, тем не менее, нужно. Берем этот кусочек. Вот реально, господа, хорошая. Ее еще умеет работать с тестом. Даже, казалось бы, такая простая штука, как домашний хлеб, он получается просто божественно. Так что я настоятельно рекомендую тем, кто проживает в Омахе или в Линкольне, иметь в виду контакты Яны. И под заказ она может печь и вот таких замечательных жаб к празднику, и любые другие штуки. Пирожки у нее просто восхитительные. Положа руку на сердце, могу сказать, что это что-то. Но жаба удалась. Жаба удалась. Я еще вот лапку отъем. Просто, ну реально вкусно. Просто. Это... реально вкусный домашний хлеб. Я, честно говоря, здесь отвык. Здесь в магазинах, конечно, другой хлеб продается. А это... такую жабу можно просто вот так взять и сточить буквально за 5 минут. Вот так. Ну... А интервью с Яной снимем чуть попозже. Идет главный дегустатор. Давай, залезай. Залезай, главный дегустатор идет. Ну-ка, сейчас я помогу залезть. Мама. Вот у нас, это у тебя пластмассовый банан. Главный дегустатор у нас. Всюду нос свой засовывает. Весь постоянно в синяках у нас, потому что просто... лезет свой нос во все щели засовывает. Ну, давай, держи. Скажи, что ты думаешь по поводу жабы. Ну? Банан пластмассовым отставили в сторону и занялись я полностью жабой. Ну как? Отлично, да? Она. Нет, но он пластмассовый, а жаба, она хлебная. Да? Сам хочешь отщипнуть? Ну давай, отщипывай. Давай я тебе помогу. На тебе вот штучку, смотри, маленькую какую. Давай. Отлично. Ну вот, самая лучшая похвала повару. Вот у нас еще один дегустатор пришел. Давайте отломлю. Держи. Пробуй. Ну? Чего такое? Вкусненько? Ням-ням-ням. Еще хочешь? Давай.
Ну, жаба пошла. Фирменная омская хлебная жаба. Вот.